Город начинает преображаться после долгих зимних месяцев. Активные работы по благоустройству начались давно. Глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный решил лично посетить некоторые объекты, где сейчас работают сотрудники МБУ, ЖКХ и благоустройства. Около кинотеатра «Планета» со стороны перекрестка глава проследил за работой по выравниванию газона. Культиватор малой механизации снял верхний слой почвы. Затем эта территория будет засеяна травой. Все это делается для того, чтобы во время дождей грязь с газона не стекала на тротуар. Далее Илья Поначевный вместе с Антоном Волковым, директором бюджетного учреждения ЖКХ и благоустройства, подъехали на улицу Минина, где полным ходом шла работа по опиловке веток, побелке стволов деревьев и уборке листвы. По словам Антона Волкова, деревья на этой улице разрослись так, что ветки мешали проезду транспорта, чертили по зеркалам и крышам автомобилей. Сейчас эта проблема устранена, и территория напротив Дмитровского роддома стала более благоустроенной. Еще одну остановку в ходе осмотра работ по благоустройству города Илья Поначевный совершил на улице Оборонная в районе Фестивальной площади. Здесь шла уборка листьев, покраска архитектурных форм, а также шла работа по устранению тропинок, которые протоптали жители на газоне. В скором времени здесь будут установлены и новые лавочки. В целом, это любимое многими место отдыха станет еще красивее. И по завершению режима самоизоляции дмитровчане смогут с радостью проводить здесь свое свободное время.